У меня в гостях представитель компании Invok Наталья Шлиховая. Наталья, расскажите, пожалуйста, о вашей компании и как давно вы вышли на российский рынок. Добрый день. Наша компания относительно молодая. Нашему бренду всего 2.5 месяца. И идея его создания, с момента создания прошло всего 4 месяца. Тем не менее, мы успели уже создать коллекцию, в которой прослеживается определенный стиль, стиль элегантной женщины современного дня. Эта одежда призвана подчеркивать женственность в каждой его обладательнице и создавать настроение праздника в каждом дне. Наталья, скажите, пожалуйста, а где вы, в каких магазинах можно увидеть вашу продукцию и кто ваша целевая аудитория? Наша целевая аудитория – это категория 25-40 лет. Это где можно приобрести? Сейчас это интернет-площадка, Instagram. Также мы готовим сайт-магазин и готовимся к открытию первого магазина в Краснодаре. Скажите, какие у вас ожидания связаны с выставкой CPM-2020? Безусловно, мы хотим показать себя, наш продукт, так как мы считаем, что сейчас как раз-таки этот сегмент немного позабыт. Это нас немножечко замещает этот стиль casual, который все очень привыкли сейчас применять каждый день. Мы хотим вернуть в женский гардероб элегантные платья и стараемся. Наталья, и где можно прийти посмотреть вашу продукцию в рамках выставки CPM? Это павильон 7, стенд, если я не ошибаюсь. А мы можем подсмотреть все на бейджике. Стенд 72, B25. Стенд. Стенд 72, B25. Наталья, спасибо вам огромное.